не состоялся у него прыжок. Команда России 3,5 оборота вперед. У Саутина и Кунакова коэффициент 3,1. Ну, скажем, хороший такой добротный прыжок. Синхронно все было исполнено. Да, все здесь было, все было хорошо. Единственный коэффициент трудности 3,1. Да, коэффициент 3,1 не позволил им набрать очень высокую оценку, получить 80,91. Ну, а прыжок хороший был прыжок.